Вот даже месяца не прошло, от снега и следа не осталось. Вот теперь снег уже точно уже летит. Надо пересечь его. Саня, вот как будто уже зимой едем. Смотри. Зиму приехали. Из почти лета, где листочки зеленые, приехали в зиму. Офигеть. Подняешься 100 метров. Офигеть. Все начинается, блин, веселуха. И сыро сразу, смотри, стало. Саня, держись только. Ну, держусь. Буду я просто всяко криво проезжать, как умею. Держись. Не, ну, слушай, это гиблое место. Вот здесь мы ехали зимой. Ничего не было видно. Оказывается, тут всякие деревья валяются. Вот такие деревья растут. Много, наверное, помню. Вот такой бурелом. Что тут творилось, непонятно. Ну, вот такой вот простенький подъемчик, вот камушки там, щебеночка всякая насыпана, чтобы легче было ехать. Ну, вот сейчас посмотрим. Кофеек бежит, очень тут красиво. Это такая дорожка. В принципе, если бы, наверное, камней не было, было бы плохо. Спотели ладошки от ужаса, от страха. Он сейчас вот их вмоет, чтобы руль держать крепче. Вот зимой здесь ехали на Шишиге. А что лежало? Не пахнут, зимой лучше пахнут. Смотри, ну зато цвет какой у них. Весна. Посмотрите. Едем. Саня, тут даже не сокол, ну смотри, там вообще все в воде. Да, тут видно, что в воде. Ну, там снег лежит. Хотя, Серега, не так много. Не так много, да, едем.
Может, я на первый поеду, сильно он если будет тонуть, чтоб на завтра пробовать выйти. Забыли мы взять с собой кораблики. Сейчас бы попускали. То мандаринки, то кораблики. И так уже интернет прикалывается уже над нами. На самом деле тут немножко в горочку. И навстречу такой хороший ручей. Оп. Все, встал в колею, ехали. Главное вот эти камушки все аккуратно обойти. Смотрим. Оп, проехали, проехали. Вот такие дорожки у нас. УАЗики едут. И не едут, не едут вообще. Не умеет, видишь, газует.
Назад, назад еще. Еще чуть-чуть. Все, вот сюда выворачивай. Вот эти? Давай я их сломаю. А что видно? Доехали мы до вершины. Немножко осталось тут камешек преодолеть. Так, чисто ради спортивного интереса. Вот этот камешек. Кругом деревья. Назад стаскивает. Вот. Не знаем, чем закончится. Ползаем. Сейчас я, видишь, поехал, уже сейчас сильнее деревья сползаю. Короче, решили камешек на лебедке переехать, чтобы об дерево не долбануться. Нифига здесь не видно, но там то, что мы снимаем, это с горы Цил мы видим Миас. Мы хотели снять закат. Кинжал мы видно? Да, это кинжал. Очень хорошо видно. Волшебный, который поможет, если что, Йети или медведя встретим, себе харакири по-быстрому сделать. Потому что я думаю, что вот эта штука будет бесполезна против медведя. Хоть тут и Америка нарисована, Америка же всех побеждает. Вот здесь вот USA, Cyber. А что такое Cyber? Я не знаю. Колумбия, USA, Cyber. Бля. Мамочка, я думаю, куда я наступаю? Ты чуть без ножа не остался. Да. Без ножа-то ладно, я чуть сам не улетел куда-то вниз. Сейчас пора домой. Давай скажи что-нибудь напоследок. Напоследок, а напоследок я скажу, как я подумаю, что сейчас нам обратно предстоит проехать до Тыилки. Так мне уже сейчас здесь харакири хочется сделать.